Вопрос третий. У меня есть начинающий тренер Ирина Смирнова. Мотивированная, старательная, терпеливая девчонка. Проходит стажировку. С сентября будет тренировать. Начнет с маленьких детей, 4-6 лет. Далее они переходят под мою опеку и тренируются у меня. Дайте от себя ей пару советов. Вот здесь не пара советов, наверное, нужна, а просто разговор. И достаточно долгий. Я также постараюсь вкратце сказать, если, Ира, ты любишь детей, это, пожалуй, самое главное. То, с чего начинать нужно. Второй момент, немаловажный, это твои профессиональные навыки. Если ты технически, теоретически, физически не готова к тому, чтобы детям на надлежащем уровне показать все, что необходимо, лучше этим не начинать заниматься. Или же, если ты начинаешь этим заниматься, то хотя бы под какой-то опекой, как здесь было сказано, своего учителя. Потому что именно дети 4-6 лет, озвучен здесь возраст, это самый сложный тренировочный процесс. Самый сложный, потому что тем, кому уже там 14-15, это совсем другой вариант. Ты с ними можешь поговорить, ты с ними можешь дать, не дать. То здесь ребенок иногда не может тебе сказать или выразить то, что он делает, или хочет сделать. Есть упражнения, которые детям вообще нельзя делать, а тренера, начинающие именно эти упражнения, дают и портят им позвоночник, там, шейное отдело, плечи. Ну и следующий момент – это умение общаться с родителями. Тренер, который занимается с маленькими детьми, он должен быть хорошего уровня, потому что родительское собрание, которое должно быть перед всеми этими тренировками, должен проводить именно он. Родители должны увидеть, кто будет учить их детей. Ну, вот, к примеру, я папа, я прихожу, я отдаю своего 6-летнего сына, там, Петю, кому-то. Если я нормальный отец, то я должен посмотреть на преподавателя, кто он, что он из себя представляет, и задать ему вопросы. Мне интересно, как преподаватель ответит на них. Конечно, разные родители бывают, но я сужу, потому что я вижу сейчас, родители многие подкованы. И если родители будут видеть, что, допустим, ты плаваешь даже в спортивных вопросах или не понимаешь то, что будешь давать детям, какие сроки, какая программа будет подготовки, в чем она будет заключаться, какие упражнения. Если ты в этом плаваешь, то у родителей возникает сомнение, отдавать ребенка к тебе или нет. Этот момент нужно запомнить и помнить, он самый важный. Спасибо. Школа великого духа, философии бойца. Не сдаваться никогда, слыша зов поколений. Через боль, через слезы, в унисон сердцебиений. То, что чувствуем, то, чем живем, не умрет никогда. Через страх напролом, идеология...